Саженцы розы чайный гибридный Candlelight, роза Candlelight, в период цветения добавит саду цвета и тепла благодаря крупным желто-оранжевым густомахровым розеткам сферической формы. Высота растений 70-85 см. Листва с зубчатым краем, плотная, темно-зеленая. Период цветения – длительный, непрерывный до первых заморозков. Выпускает только один цветок на конце стебля, реже кисти с двух-трех цветков. Лепестки взъерошенные, атласные, собраны до 70-90 штук в одной розетке. Аромат ярко выраженный, сильнее на солнечных участках. После срезки в букете сохраняет свежесть около 70 дней. Роза чайно-гибридная Candlelight – это кустарники высотой 80-100 см, диаметром 60-75 см. Аромат у цветов сильный, окраска цветка темно-желтая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 10-15 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.